Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vehaye olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai, noten haTorah veHaBesorah. Amen. Amen. Аниру цели кроет абсукима или барусит. Я прочитаю эти стихи по-русски. И, пожалуйста, попытайтесь еще раз следить за ними. От мама, не куре барусит. Окашат из таклюба сафаши лахем. И улая тем умрым, они квар макир, шамати, это текст. Вы можете сказать, я уже слышал этот текст. Неважно, это хорошо слышать и несколько раз слышать Священное Писание. Господь сказал Муше, я читаю 13 глава со 2 стиха. «Пошли людей осмотреть Ханаан». Слово «пошли» на иврите «шлах». И поэтому недельное чтение так и называется «шлах». Все недельные чтения называются по первому, второму, третьему слову, как оно на иврите звучит, для тех, кто не знает. «Пошли людей осмотреть Ханаан, страну, которую я отдаю сынам Израилевым». Бог отдает сынам Израилевым. «Отправьте по одному человеку от племени, это пусть будут вожди». И Моисей по велению Господа послал вперед из пустыни Паран несколько человек. Вот они, предводители сынов Израилевых. Вот их имена. Имена я не буду перечислять, вы читаете там у себя. «Анилёкуре ташемот, мештемесре шватим, а я айонашим». 17 стих. «Это имена людей, которых Моисей отправил осмотреть страну». А Осию, Навина, Моисей дал другое имя, Йехошуа. Вот с этого момента Иисус Навин стал называться Иисус Навин. Да. Отправляя их осмотреть Ханаан, Моше сказал, идите через Негев в Нагорную страну, осмотрите эту землю и узнайте, какова она, каков живущий там народ, силен он или слаб, малочисленен или многочисленен. Какова страна этого народа, хороша она или укреплена? Где живут эти люди, в селах или в укрепленных городах? Какова там земля, плодородна она или бесплодна? Растут ли там деревья? Непременно постарайтесь принести с собой плоды этой земли. То была пора, когда собирают первый урожай винограда. Шаббат шалом, дорогие друзья. Шаббат шалом. И как вы поняли, что недельная глава, это рассказ о том, как Бог через Моисея посылает 12 соглядатаев, чтобы они осмотрели Ханаанскую землю. Аз анахну роим, ше Элохим дерех Моше нотен ураа ле 12 мираглим лалехет велевдок леэфо анахну олхим. И когда я начал читать недельную главу, у меня сразу возник вопрос, для чего? Аз кшеитхальти ликро это псуким аэле мияд нолдали шейла, лама ушалах отам. Если в книге Исход он говорит, я иду в Египет, чтобы вывести свой народ и привести его в Ханаанскую землю. Ки ба сефер шимот катув меот барур, ани локех отхем ме эрец Мицраим, ва ани меви отхем ле эрец Ханаан. Квар еш матара, лама от пам лидалек ва лидабер ала дварим каэле. И в книге Исход Бог говорит, ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь. И буду обращать тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобой шершней, и они погонят от лица твоего Амареев, Евусеев, то есть все народы, которые здесь, в Ханаанской земле живут. Басефер шимот уба мифураш умер давар казе. Кшатем ты кансу ле эрец амуфтахат, пахат елифанейхем. Анашим шегарим шам беканаан, эм ифахду. А хайот бар илху лифанейхем, виткифу там. Асшила, лама от памла, сотет коля малаха, лишлох мираглим. Я хочу вам еще одну картину показать. Они руце от тмунай хадла ротлах. Когда блудница Раав, она встретила двух разведчиков. А тем зухрим сипур, кше Раав, зона Раав, бмейрихо, пакша шней мираглим, ахаре арбешаним. Она говорит им потрясающие слова. И умерет лаем милим каэле. Я знаю, что Господь отдал землю эту вам. И умерет, они йодат, что Элохим квар масар, это адамот аэле лахем, у квар ерешу там ле Исраэль. Ибо вы навели на нас ужас. Киатем иветем алейну пахат. И все жители земли этой пришли от вас в робость. Веколь ха тошавей арецазу, эм мифахдим ми Исраэль.
Ибо мы слышали, как Господь Бог иссушал пред нами воду Черного моря. Киршаману эх элухим ибеш эт ам яма адом, яма, эх, яма адом лифнехем. Когда вы шли из Египта, и как поступили с двумя царями аморейскими, за Иорданом, Сигоном и Оном, которого истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе, вверху и внизу на земле. Шаману, Майлухим Асавурехем, Анахну Квар Пахадну, Ки Итхему Леха Дунайлухим, Венкму Бешамаему Баарец. То есть Бог настолько все продумал, все подготовил. Аколя яквар митухнан, ваколя яквар бануй. Израилю только нужно было с верой войти в эту землю. Ве ам Исраэля я пошут им эмунала сот сад кадима. И так как он видел чудеса в Египте. Ве кимоше Исраэль раа нисим ве нифлаот бе арми бе арец Мицраим. Он увидел, как Бог изгоняет эти народы. Он еще увидел бы чудеса. Яхал лирот аммейну от нисим ве нифлаот гдолим. Но народ, зная, что народ малодушен и маловерен, он дает им возможность еще раз, чтобы они пошли и убедились в том, что эта земля действительно обетованная, приготовленная, текущая молоком и медом. Аваль кан анахну роим ше ам шелану ая коцер руах, ваз эм бохрим дерех энуши лишлоах мираглим бишвиль ливдок шув эта адама. Потому посылаются главы колен, Насим, Рош, глава колена. Ве катув ве шолех Моше Рошей шифте Исраэль. Это были непростые люди. Это должны люди, которые должны были увидеть все своими глазами и подлинно подтвердить, что та земля, которая приготовлена Богом, это действительно земля, текущая молоком и медом. В нашим аэля ю шуфте Исраэль, нашим деа, нашим самхут. И дальше Писание говорит, что они вошли в Хананскую землю. וכתוב כשהם נכנסו לארץ כנען 40 дней они ходили по земле. מרגלים 40 יום הסתובבו בתוך הארץ. И еврейский мидраш, он еще дает картину, что когда они 40 дней посещали землю, в этой земле происходили болезни и похороны. ומדרש מספר לנו שבזמן שמרגלים היו מסתובבים בישראל, הרבה אנשים מתו בזמן הזה בתוך Кананеем, что они горим шама. Бог поражал сильных из народа. Ве аю метим хазаким миам. Чтобы отвести внимание от этих разведчиков. Ве за я наасе бехавана, что им ло истаклу ле мираглим, ве аю асуким бахевель шилаем. И народ, разведчики возвратились. Ве кату вем хазру ахре 40 йом ле Моше ве ле ам. И дали оценку этой земли. Вем натну это эсбер маем рау. Они сказали, что подлинно земля хороша. Вем амру, баймет, а арец азу това меод. Земля текущая молоком и медом. Ешь пашам халав ве дваш. И принесли плоды от этой земли. Вем ивию это пирот, пирот шел адама. Огромную гроздь винограда. А я шам анавим. Но дальше что произошло? Они начали распускать худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израиля, говоря, земля, которой приходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы на ней, люди великорослые. Там видели мы исполинов сынов Инакиевых, от исполинов рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же, как мы были в глазах их. ושם אנחנו ראינו גם שבט של ענק, אנשים גבוהים וחזקים מאוד, ומולם אנחנו היינו כמו ילדים קטנים. 10 человек из глав дают такую оценку. ואנחנו רואים שעשרה אנשים מתוך 12 נותנים את ההסבר ודיווח רע. И только 2 человека, Иисус Навин и Халев, ורק 2, יהושע וחלב, они дают совершенно другую оценку этой земле. Они говорят, не бойтесь и не страшитесь. Бог даст нам все. Мы овладеем этой землей. Почему они так сказали? Потому что Писание говорит, что на раба моего Халева, из-за того, что на нем был иной дух, он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил.
и семя унаследует ее. Вешам катув аль-калев, а я руах ахерет, у а я маргиш эт элохим, бацура ахерет мяшер ахерим. Иисус Навин и Халев, они доверяли Богу. Йехошуа ве Калев, а ю сомхим аль элохим. И на них был совершенно другой дух. Вебиглялзе, а я руах ахерет алеем. И в Писании этот дух называется в Коринфянах и в Галатам дух веры и откровения. Бе идгалут ве байгерет ла галатим аль руах азе катув руах идгалут. Еврейское писание говорит, почему 10 соглядатаев колен дали такую оценку. Эсбер еш лама асара мираглим натну дивуах шлили ана арец. Предание говорит, что они боялись, что когда начнутся военные действия, зайдут на начальство новые, военные начальники. Еш эсбер ше эм пахаду ше кше татхилу תתחיל מלחמה, יהיו אנשים חדשים שיכולים להחליף אותם, היו פשוט פוחדים לאבד את התפקיד, והם יאבדו את התפקיד שלהם. Это одна версия. יש כמה גרסאות, זה אחד מהם. Но вторая версия, то, что говорит, что на них был совершенно другой дух. אבל גרסה אחרת, שהם היו מוקים ברוח אחרת. Дух лжи и заблуждения. היה להם רוח של שקר. Который дал усомниться в подлинности того, что сказал Бог. И впервые мы познакомились в Бытие в 3 главе с этим духом. Который сказал, а подлинно ли говорит Бог? Вы помните, как Потому наш век, в котором мы живем. כשאנחנו חיים, он называется лжи, лукавство и зла. זה אותו זמן כשיש המון שקר, פיתוי ופחד, הם מסתובבים פשוט באוויר. Потому Бог не будет менять этот век. ובגלל זה העולם הזה לא ישתנה. Он просто закончит его с приходом Мессии. אבל כשישוע תחזור, הכל ישתנה כאן. А нам он говорит, не сообразуйтесь с веком сим. ולנו הוא אומר, אל תדמו לעולם הזה, תסתכלו למה שיהיה קדימה. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. ותתחדשו במחשבות מוח שלכם. Чтобы познать, что есть воля, благая, угодная и совершенная. שאתם תדעו מהי רצון האלוהים המושלם. Дух веры и откровения говорит, что Бог позаботился уже о нас. ורוח אמונה והתגלות אומרת לנו שאלוהים כבר דאג עבורנו. Его воля покрывает все области нашей жизни. ורצונו וברכה שלו מכסה כל אזורי חיינו כבר. Мы можем только принять это верой. רק שאנחנו צריכים לפתוח לפני אדוני את עצמנו ולקבל את זה. Вы знаете, когда я приехал в Израиль? כשהגעתי לישראל הרבה שנים לפני. Я был точно как эти соглядатаи. А эти маргиш бедюк моше амираглим аэле. Я пошел на работу. Они зухере халахти ля вода. И мне сказали, ты должен работать. Эм амрули ата царих ля вод. Чтобы выйти на уровень трех кондиционеров. Ве ата тагиэли рамашил шлуша мазганим. Килу кши ата тацлех ларкив бабайчил ха шлуша мазганим. А за таквар Исраэль. Это на работе мазган, в машине кондиционер и дома. רמת שלושה מזגנים זה שיש לך מזגן ברכב, בעבודה ובבית. И конечно, конечно, когда мы приезжаем в Израиль, нас интересует быт, как мы будем жить. וכשאנחנו מגיעים לארץ הזו, אנחנו ממש דואגים איך להסתדר פה. Это то же самое было с еврейским народом. Они услышали, что у них будет обетованная земля. וזה אותו דבר היה עם עם ישראל, הם שמעו שאלוהים מכין בשבילם את הארץ. И Бог разделит эту землю между коленами. ואלוהים יחלק את הארץ הזו בין השבטים. Согласно каждому призванию, он выделит ту часть земли. לכל אחד הוא ייתן לפי הקריאה שלו, לפי האופי שלו, הוא ייתן חלק. И, конечно, евреи ринулись, своя земля. והם אמרו, יאללה, בוא נלך, בוא נעזוב את המצרים האלה. Но Бога интересует вера. אבל אלוהים ממש מתעניין ברמת האמונה שלנו. И он начал устраивать экзамены веры. והם התחילו לעבור מבחנים במדבר, מבחן אחרי מבחן. Израиль не сдает эти экзамены. ולצערי הרב, ישראל לא עובר את המבחנים, לא קיבל את הבגרות. И приговор был очень жестокий. ואנחנו רואים את ההחלטה של אלוהים. Все поколение осталось лежать в пустыне. הוא אמר, אתם הולכים לבית ספר מחדש. אתם לא יוצאים מבית ספר.
Только новое поколение, оно вошло в Ханаанскую землю. И я тоже начал искать этот уровень трех кондиционеров, когда приехал. И тяжело. Тяжело выйти на этот уровень. Это каше мед. Акшав ата барамаш лшней мозганим, да? Да. У тебя сейчас два мозгана. Да. Если Павла интересовал уровень третьего неба. Шалех Шауль хипес это шамаем хашлишиим, вани хипасти шлыша мозганим. Он искал совершенно другую сторону. И мы, вновь прибывшие люди сюда, мы точно как эти соглядатые. ואני רוצה להגיד שרבים מאיתנו, כשאנחנו באים לפה, אנחנו בדיוק כמו מרגלים. Я вышел из Египта, вышел. אני יצאתי ממצרים. И телесно я был в Израиле. ובגוף, עם גופני, אני הייתי כבר בארץ המובטחת. Но моя душа поповина, она была привязана к Украине. אבל ראש שלי עדיין הייתה מחוברת. Украина. Что там у меня была работа, у меня там была квартира, у меня все было. Киша мою, если что, шамазганим бы поэй. Все. То же самое и народ говорит, что мы изберем нового начальника, мы вернемся в Египет. Вина нахну руи маму мэр эхадель хашини, бо не в харле мангик хадаш, вы нахзор ли шама ли Украина, ли Мицраем. Я понимаю, соглядатаев. Они мы вину там. Нету духа откровения. Энлеем руах идгалут. За плечами у них народ, они ответственны. Эмахраим. Жены, дети. Ешь Еладим, ешь Нашим, ешь Малеахрают. И если война проиграна, они будут рабами. Ве им эм ифсиду это милхаман эгет кананеем эм явхули йот авадим. Это первая сторона. А вторая сторона получили закон. Зачем идти воевать? Ман есть, одежда не снашивается. Аваль бецад шини, ине, анахну кибальну тора, ман нофелет бли афсака, эйн байот шела аспака. Лама анахну црхим киеве рож, и вшав лишер гамба мидбар. Живи себе в пустыне и соблюдай. А коль ебеседр гамба мидбар. Но цель получения закона – это Ханаанская земля. Аваль матара ли кабелет тора, да бешвили канес ли эрец амуфтахат. Исполняя закон в Израиле. Ки кше эм аю шумрим, את מצוות אדוני בארץ ישראל. ישראל получил мессию. הם היו מגיעים למה שאומר משיח בא. Который пришел и пострадал и искупил. וזה רק פתח גאולה לכל העולם. И который вознесся, чтобы прийти в славе и освободить. וזה רק זה השמירת מצוות בתוך ארץ עשה הזדמנות למשיח להיוולד. ואחר כך לשלם עבורנו לעלות לשמיים ואנחנו מחכים אותו בציפייה שתחזור. И он вернется сюда. Он вернется в Иерусалим. תחזור לכאן. И об этом не только мы знаем. Об этом знает и наш противник. על זה לא רק אנחנו מאמינים יודעים. על זה יודעים גם האנשים שנגדנו וגם אויב אלוהים יודע את זה. Я помню, как один человек приехал с Германии, чтобы поставить нас в вере. אני זוכר, היה בחור אחד מגרמניה, הוא הגיע בשביל ללמד אותנו קצת על התנך. Он посмотрел на нас и сказал, я приехал, чтобы утешить вас. הוא אמר, אני באתי בשביל לנחם עליכם. И говорит такие слова, а дальше будет еще хуже. הוא אמר, אחר כך יהיה יותר קשה. Я думаю, как, где же это утешение? אמרתי, איזה נחמה זו? Потому что жизнь в Израиле, это война, это духовная война. אני רוצה להגיד, להיות כאן זה להילחם. Потому что здесь нужно воевать, нужно отвоевывать территорию. И нам нужно не только выйти из Египта, но и прийти сюда. Лё црехим рак бауфен физи лацет ми Мицраем. Анахну и морож црехим лаги ле медина. Получить откровение, которое получила блудница Раав. Бешвили кабели дгалут кмоше Раав кибла. Что это действительно земля принадлежит нам. Шагарец азоти беемет арец шелану. Что мы находимся в правильном месте и в правильное время. Вешанахну немцаим бамаком нахон вебазмана нахон. Но мы не должны здесь мечтать о трех мозганах. О уровне трех мозганах. Зелё матаракан ласик шлуша мозганим. Потому что Бог говорит, ищите прежде Царствие Божьего. Ки катув бакитвей кодеш, кодем коль хипсует малхут рашамай. Его святость и праведность. Ве цедек шело, ве коах шело. И все остальное я приложу вам. Ве шар гадварим аним вилахем. Я хочу вам дать одно свидетельство. אני רוצה להגיד עידוד.
Я 12 лет, проезжая возле одной работы, я смотрел на нее. 12 шаним, коль йом ахаре йом, кшани насати леавуда, истакальти лемаком ахер. И я про себя думал, как бы здорово, чтобы попасть на эту работу. Ваити хушев, кама ше яхоль йот тов, им ани яхоль йом эхад литкабель леавуда азу. Но в моем возрасте это было невозможно. Аваль ани ло бахур цаир, вехашавти зеу, зе и вшар багили. Но Бог сделал чудо. А валелухим асает анес. Я в 50 лет попал на государственную работу. В багир хамишим иткабальти ле авода мимшалтит. Мишалтит. И через 3 года я получил квиют. В ахареш лаушаним кибальти квиют. Это по человеческим меркам это просто невозможно. В лифи хохма энушит. Мед кашел асиг давар казе. Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. А вальмаше и вшар ле бен адам и вшар ле элухим. Нам нужно просто верить. Анахну црихим лифатех яхолет шел эмуна шелану. И все придет к нам. Веаколь яво элейну. С чем я вас хочу и поздравить. И ваим зе ани руце лахел лахем шаббат шалом. Пусть Бог даст каждому веры. Ше элухим итен леколь эхад эмуна. Согласно его призванию. Амен. Эфо Юля. Эфо Юля. А, Юля митаргимет. Эфраим. Игорь, зе топ. Слушайте, вот что значит опаздывать. Я захожу, вижу, Игорь не точно переводит. Леон говорит, Игорь не точно переводит. Я даже ринулся, думаю, Леон, перестань мучить парня. Да, я переведу. Смотрю, он отстрит и идет с опережением все время, с опережением. Игорь-то, да во у них кешер. Они руцелагит буль, Амарта, буль. Супер, это я даже целое видео, я думаю, что это надо вставить для Алим Хадашим. Кен, анахну насе. Кама еш по анашим, ше гарим ба Исраэль поход мешнатаем? Поход мешнатаем, меньше чем 2 года. Сколько здесь Алим Хадашим? Поднимите руки. 2 года и меньше. Вот, 3 человека. Да, 4, да, 5. Я думаю, поболее. Есть еще, вот чуть меньше, чем 2 года, правильно? Сколько, 3 недели вы, да? Или 4? Они руцелагит зе буль ха. Я хочу сказать, что вот то, что он говорил, это вот прямо вот в точку, в яблочко, в глаз прямо. Зе давка лёхуль кахра лахшоваль шлуша мозганим. Это, кстати, не так плохо, вот эти три, уровень 3 мозганов тоже достигнуть. Они гати ле Исраэль бешнат 1990. Я прибыл в Израиль в 1990 году. Верак миат ми мозганим, миат ми рехавим аю им мозган. И очень-очень немногие транспортные средства были оборудованы мозганом. Так что то, что я действительно вам желаю, чтобы ваш транспорт был оборудован кондиционером. И я помню, что 4 или 5 первых лет мы жили в доме, где мозгана никакого не было. Вот то, что везде и всюду есть мозганы, кондиционеры, это более современное, это совсем недавно. Давно так вот стало, что прям везде уж все. И я желаю вам, чтобы каждому, в каждом доме у вас был действительно кондиционер. Это так легче жить просто. Если у тебя личный кондиционер на работе, это говорит о том, что ты уже начальник просто. И 3 мозгана, 3 кондиционера, это не так плохо на самом деле. Но то, что Игорь сказал, не повторяйте ошибку этих больших людей, 10 людей, которые были посланы соблюдателями, которые 3 этих мозгана, 3 кондиционера поставили как высшую цель своей жизни. И они в сущности проиграли. Я хочу сказать, что вы прибыли в эту землю. Знаете несколько вещей. Первая вещь. Это не была ошибка.
Это не случайно, не ошибочно вы прибыли вместо Америки, Германии или Канады в Израиль. Есть великое призвание для всех евреев приезжать в Израиль. И может быть иногда есть проблемы с интернетом. И может быть здесь он не настолько быстрый, как в Англии. Но они хотят сказать, что есть по ифшарут литкашер мелогим арбеютер кацар. Но наша связь со Всевышним здесь гораздо более быстрая, более быстрый интернет в кавычках с ним, чем в любой точке мира. Есть нечто особенное, когда святые на этой земле возносят свои руки к небу и молятся и взывают к Отцу. И если вы начнете сомневаться, я сейчас говорю ко вновь прибывшим относительно свежим. Скажите мне. Если вы так вот начнете сомневаться, то вместе с Ефраимом мы вас возьмем в Шимрон, Самарию. למקום איפה שהיה עומדת בית המקדש או הראשון, לא בית המקדש, סקיניה. סקיניה, כן. На то место, где поначалу находилась скиния завета. Маком שעדיין קיים. Это место, которое до сих пор существует и известно. אנחנו נלך לשם ונשב שם פשוט על אדמה. И мы придем туда, и мы сядем просто на землю. ופשוט נשב. Просто сядем и все. И вы закройте свои глаза, и вы почувствуете великую силу. Но те чувства 10 соглядатаев иногда посещают и нас. Я прошу извинения, но он просто возбудил во мне нечто. Я помню, когда впервые я был здесь на воинских сборах, и они поставили нас охранять одно место в Бейт-Эль. Есть Рамала. И есть Рамала, это там, где палестинцы. Шаматим Рамала? Слышали Рамала, там, где Ясир Арафат похоронен. Нахон, люди. Люди, Рамала, лёки дали лехет лешама. И пока нет смысла туда заходить. Аваль мамаш 6 километров, 5 километров мишама Бейт-Эль. Но примерно в 5-6 километрах от этой Рамалы находится Бейт-Эль, место, о котором я говорю сейчас. Это то самое место, где Яков уснул, вместо подушки голову свою положил на камень, и он видел отверстия небеса и ангелов, сходящих и восходящих. И я помню, я охраняю это место с винтовкой М-16. И абсолютная темнота. И ты ничего не видишь. Но так много звезд в небесах. И вдруг я начинаю чувствовать, как будто все эти звезды приближаются и начинают падать на меня. Потому что это Бейт-Эль. И об этом написано в Танахе. И ты стоишь на этом месте. И что ты думаешь, что такое в сравнении с Бейт-Элем, Нью-Йорк или Лондон? Или эти олигархи, которые живут там? И ты стоишь здесь, и все небеса, они движутся на тебя. Это дух откровения. Это дух истины. Просто изгоните от себя дух сомнения.